Здравствуйте! Вашему вниманию представлен видеообзор торговой марки NeoClima, а именно мойка воздуха NeoClima MP15. Что такое мойка воздуха? Это прибор, который помогает не только увлажнять, но и очищать воздух от пыли и вредных веществ. Мойка воздуха MP15 выполнена в черном цвете, имеет стильный современный хай-тек дизайн, а также она выполнена из качественного пластика. Мойка воздуха рассчитана на помещение площадью до 40 квадратных метров, а ее производительность составляет до 450 мл в час. К особенностям данной мойки относятся встроенный датчик влажности, показатели которого отображаются на LED-дисплее, также двойной воздушный фильтр и ионизатор воздуха, который очищает его. К дополнительным функциям данной мойки относятся 8-часовой таймер отключения, тихий ночной режим, режим авто, а также детский замок. Данная модель мойки имеет сенсорную панель с интуитивно понятными кнопками, а также LED-дисплей. А сейчас давайте коротко рассмотрим саму мойку воздуха. Как мы видим, она состоит из базы, в которую наполняется вода, а также из барабана с абсорбирующими дисками, которые помогают увлажнять и очищать воздух. За мойкой достаточно легко ухаживать. Достаточно вытащить барабан, промыть его, а также базу моющим средством, налить достаточное количество воды и продолжить использование. Прибор легко собирается, он прост в использовании, а также его очень легко мыть. Мойка воздуха MP15 – это высококачественный и полезный продукт для тех людей, которые заботятся о своем здоровье. Также он будет необходим тем семьям, у которых есть маленькие дети. NeoClima гарантирует высокое качество и доступные цены.